Всем привет, мои дорогие, с вами Мурка. В сегодняшнем видео мы с вами попробуем пройти серию гонок. Просто посмотреть, я не собираюсь выигрывать, показывать какие-то мастер-классы и в подобном духе. Просто поиграем, посмотрим режим. Находимся мы сейчас рядом с городом Валентайн. Я взяла своего коня, которого зовут Уолтер. Это конь за предзаказ, очень красивый, очень мощный конь. И самое главное, что на нем также можно участвовать в гонках, но я, скорее всего, буду брать Стеллу. Посмотрим по ходу событий. Первую гонку я, естественно, покажу на нем, но последующие гонки, скорее всего, будут на Стелле. Итак, давайте с вами начнем подбор игроков, посмотрим, что из этого выйдет. Собственно, вот так это все загружается. Это все выглядит безумно красиво. Коня у меня опять стырили. У меня опять коня стырили. Вот. Гонки с мишенями. Очень классная тема. Ты просто едешь и стреляешь по мишеням. Посмотрим, что из этого может выйти. У нас есть лук. У нас есть сейчас будет дробовик. Раз. Погнали. Я еду на Уолтере, да. Он недальновидный, ничего страшного. Ну, до финиша в целом недалеко, так что я... Ну, я, естественно, прихожу на третьем месте. Да ладно, я на третьем месте. Я на Стелле. А какого хрена я на Стелле? Ребят, я не обещала показывать мастер-класс. Я не знаю, что это такое. Что за бред? Почему? Ну, собственно говоря, вы сейчас увидите, как это все выглядит. Я, конечно, на третьем месте. Я в шоке. Вот. Но думаю, что ладно, фиг бы с ним. Молодец, молодец, да-да-да. Кстати, тоже конь за предзаказ. Тоже конь за предзаказ, да что такое? Ладно, потом отвечу. Так. Значит, я вам просто показала прикол. Вот, просто показала вам сам прикол этой гонок. Но гонка сейчас будет совершенно другая, поэтому... Если вам все понравится, не забывайте про лайки и комментарии. Я думаю, что это будет большим плюсом для меня записывать дальше для вас видео. Также не забывайте про конкурсы, про МЕП. Это очень важно. 6 сентября. Я буду проверять все. Целый день. Значит... Ладно, давайте выходим в свободный режим. И еще раз попробуем подключиться к сие действию. Но третье место это было очень вкусно. Так что вот такие вот дела. Вот, будем смотреть, будем рассматривать. Я не знаю, почему оно улетело. Ну ладно, фиг бы с ним. Видать, сервер слетел сам. Не пойми где, не пойми зачем, не пойми почему.
Что за бред? Эх. Сейчас буквально. One second, please. Я прошу прощения. Валтер, где ты? Или Стелла, кто у меня там сейчас прикрышит? Нет, Валтер. Да, мой хороший. Да, мой конь. Да, мой конь, мой хороший конь. Я не могу понять, почему такая ситуация случилась у нас. Ну ладно. Мы сейчас в Стронбери. Давайте на перемещалочку. И съездим в Валентайн. Тихо, тихо, Валтер. Ёп. Мать. Идите нахрен, уважаемый. Я вас не знаю и не собираюсь с вами играть. Сорян, я не могу его не делать. А потом либо приготовлю, либо продам. Ладно. Сделайте вид, что вы этого не видели. Сделайте, пожалуйста, вид, что вы этого не видели. Какой разгоряченный, аж пар идет. Ох, обожаю. Так, мы находимся сейчас в данный момент в Стронбери. А я еду на перемещалку, чтобы побыстрее это все. Чтобы побыстрее это все было. Если что, не забраны у меня патроны. Так, быстрое перемещение. Мне нужен Валентайн. Да, блин. Здравствуйте. Вот, не знаю. Сейчас еще раз попробуем с гонками, потому что что-то там пошло не так явно. Вон, смотрите, какой еще красавчик тут стоит. Не бойся, не бойся. Просто покажу коника. Да не бойся ты. Не бойся. Я извиняюсь, я всегда подхожу к чужим коням, если они мне нравятся. Это, по-моему, Шайер. Не бойся. Это Шайер, которого я хочу купить, но почему-то я его не покупаю до сих пор. Ой. Так, производится и с игроками. У меня красивый персонаж, согласитесь. Она мне нравится. Так, ну, в общем, сейчас попробуем гонку еще раз. Ну, то, что я на третьем месте, это вообще везение. Я обычно далеко и надолго ухожу. Так что вот, слишком много говорю, да, плюс-минус. Вот.
Ребят, реально, не забывайте поддерживать лайками и комментариями. Мне безумно нравится делать такой контент на канал. И мне нравится, когда очень много актива. Здрасте. Поеду я на Стелле. Валтер мне в этом состязании не подойдет. Но из покупок я не буду покупать ничего, мне оно не надо особо, поэтому нормально. Девочки, готовы, я надеюсь. Ну, как говорится, подождем. Пока же ожидаем игроков. Я думаю, немножко отключиться. Отключиться и потом уже зайти в основную гонку. Втроем. Ну, давай попробуем. Проедьте сквозь все сигнальные огни в Стилтер Крик. Самая дешевая гонка. Ну, в принципе, по-любому, если даже я не выиграю, я на третьем месте буду. Уже работаем. Уже заработаем. Болотом это, конечно, беда. Ой-ой, еще и туман такой. В принципе, для такой-то гонки можно было бы и Валтера. Здрасте, ребят. Погнали. Я вон туда погнала. Сначала самый дальний, потом... Почему я с ними не соревнуюсь? Вот, ребят, может быть, вы глупо скажете, что я, типа, с ними не соревнуюсь, типа, это... Я с ними соревнуюсь, только мне не особо интересно гоняться именно с ними конкретно, в их локации. Пошли. Здрасте. Я вас не трогала. Вижу одну. Вот финиш. Thank you.
Я случайно. Ну, туман, сами понимаете, ребят. Стелла. Там кто-то упал. Я прошу прощения. Я не ожидала. Ребят, я не ожидала. Блин, из трех человек я первое место просто так по дальним сначала прошла. У меня сейчас шквал эмоций, я первый раз на первом месте. Мою Стеллу выводят, мою девочку выводят, моя красавица. Ребят, учитесь, просто. Девчонки, молодцы, красотки, вообще красавицы, обожаю вас, молодцы. В общем, вот такие дела, ребят, я вам просто показала один из режимов гонки. Сейчас попробуем еще один. Если будет то же самое, то как бы нет смысла показывать. Блин. Ну, у меня сейчас такое прям... Мяу. Ладно, мяукалка — это тоже хорошо. Сейчас посмотрим, какая будет следующая гонка. Если все то же самое, то как бы не имеет смысла действительно показывать. Вот. И я на этом просто закончу. Они сделали очень большую ошибку. Надо было сначала действительно по бокам. Девочки, привет. Так, у нас... Так, конечно... В принципе, это то же самое, скорее всего, будет. Поэтому я выбираю свободный режим. Ребят, просто, если вам понравилась эта гонка, это веселое дело, то не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Ну и, в общем, до встречи в следующем видео. Всем пока-пока!